16 ноября 1994 года второй президент независимой Украины Леонид Кучма подписал указ об учреждении профессионального праздника Дня работников радио, телевидения и связи. На сегодняшний день количество людей, которые отмечают этот день, превышает 250 000 человек. В Одессе для всех, кто причастен к этому празднику, звучали теплые слова не только представителей власти, но и старших коллег, а также представителей общественности. Ценные подарки мэтрам одесской журналистики и начинающим акулам пера вручались в офисе регионального отделения Национального союза журналистов Украины. Глава этого регионального отделения Юрий Работин пожелал всем причастным к празднику вдохновения и удовлетворения от своей работы. Хотел бы сказать спасибо, что вы есть в нашем творческом цеху. Вы профессионалы, вами гордится вся страна. Независимо, какая политическая ситуация в стране, вы отображаете всю правду в нашем обществе. Спасибо вам еще раз большое. Наградами были отмечены и сотрудники телеканала «Круг», корреспондент Александр Виноградов, оператор Вячеслав Лаштаба, программный директор Елена Орлова, а корреспондент Елена Бачевская принята в Национальный союз журналистов Украины, с чем мы ее и поздравляем, а также присоединяемся ко всем теплым словам, прозвучавшим сегодня. Анатолий Косин, Денис Соколов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».